Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас продолжается игра «Как достать соседа» на GameCube. Поехали. Сегодня у нас опять пойдут серии в доме соседа, и первая серия у нас «Пиглет». Ротвейлер завел питомца, свинка, которую он держит в клетке, сосед часто спит и так далее. Это первая серия, где появляется мамаша у соседа. А, он дрыхнуть будет. Так, собираем все вещи, которые вообще, блин, тут есть. Вещей не очень-то много, надеюсь. Так, не люблю эту мини-игру вообще. Не успею. Не успею. Там ничего нет, ладно. Давайте. Ну ладно, в этот раз не придется долго искать. Так, берем ключик запасной, походу. Вот в оригинальной, в ПК-версии, ну и на андроиде, сосед чипсами попугая кормит, а тут он маму свою кормит. С попугаем как бы логичнее, это все равно было. Так, у меня есть все необходимое, да? Ну давайте начнем. Кактус сюда. Супер-пупер острый соус сюда. Нитроглицерин сюда. И острые-приострые чипсы сюда. Блин, я бы такие хотел бы попробовать. Да. ПК-версия, у него другая анимация была здесь. Как будто он огнем прям дышал. Так, выпускаем хрюшку, и, наверное, там надоел уже сидеть. А, на, еще скушай яблоко. Голодный парень. Ой, фу. Зачем я это сделала? Блин, вот даже не видит, что в ней что-то желтое прям такое в баночке. Ага, две монетки сразу. Вот так вот. Бумбануло хорошенько. Yeah.
Блин, вот как камеру держать поровнее, а? Камерой тут неудобно вообще управлять. Благо, она сама переключается. Но, блин, одна и та же анимация на двух пакостях. В ПК-версии две разные анимации были. А я бы рискнул бы такие попробовать. Неужели чипсы до огня прям острые бывают? Тогда почему они там возле мамы лежат такие? Сорок девять тысяч очков набрали. Ну, что ж, неплохо. Кстати, надо было сразу говорить, а то он, наверное, нифига не смотрит прохождение. Рустем Велиулов, господи, как у него фамилия-то? Подписчик, который постоянно мне ВКонтакте голосовые сообщения кидает. И он там говорит так, чтоб слушать аж отвратительно. Рустем, хватит так делать. Текстами пиши. А то, если ты так и будешь, если ты продолжишь это делать, я просто тебя забаню нахрен. Если ты не исправишься, я тебя забаню нафиг. Просто реально надоедаешь уже. Он, господи, он зубы чистит. Вот, конечно, жаль, что просмотры более-менее нормально набирает только сосед. Ну и телефоны некоторые неплохо набирают. Так, досточки непонятные какие-то. Нет, нам в спальню сначала надо зайти. Ладно, не буду зонтик пока трогать, потому что это время занимает. А пока проникнем в ванну, откроем аптечку и достанем оттуда что-то. А нет, мы обувную щетку положим туда. А, я забыл ее. Где ключ? Вот он. Яд от сорняков. Вот оно что. Яд от сорняков с легкостью может уничтожить эту фиалочку, которую сосед постоянно плевает водой из лейки. Стоп. Конечно. Можно яд от сорняков налить в леечку. И тогда будет красота. Так. Землицы. А земля для кофе будет вообще идеально. Доски. Можно в хлеб засунуть. Ладно, пока он там разбирается со своими вещами, мы начнем пакостить здесь. Ой, не то. А Вуди каким-то образом одежду поменял за секунду. Да тихо ты. Чё, вкусный кофе? Блин, как неудобно держать, а? Тем более еще и одной рукой. А он зубы чистить пошел от этой. Ха-ха! А, блин, нифига! Вот это зубы! Вот это зубы! Ладно, надеюсь, он долго не будет заморачиваться, и мы
А, нет, лучше потом это сделаю. Лучше сделаю это потом. Я боюсь, что я просто не успею тогда. Метку сюда надо положить, потому что надо побыстрее это делать. Интересно, как ты там досточку не увидел в бутерброде? Надо положить сюда, потому что иначе над солнце раскиснет мед. Все. Бежим под кровать, бежим под кровать. Скорее! В отличие от ПК-версии, кстати, в спальне у соседа другого цвета стены. Они здесь более светлые. Давай. Ух, ёшкин кот, вот это да. Так, надо поторопиться. Яда сорняков в леечку. Будет красиво. Сосед реально бессмертный какой-то. У него раны, хоп, и зажили сразу. Давай, полей. Хорошенько справились с этим заданием. Приступаем к следующему. А что у нас дальше-то идет? 12 минут прошло. Нормально. Следующая миссия. Mother Day называется она. Ротвиллер готовит сюрприз для мамочки. Делает статую и вазочку. Все как обычно. Че камера-то не закрыта? Ничего себе, ковричек тут лежит. Блин, я не успею, наверное, на кухню зайти. А, зайду, ладно. Надеюсь, что успею. Конечно, успею. Да куда ты пошел? Блин, рука уже устала. Так, что тут можно, блин, сделать? Здесь можно взять и измазать все. Голуби, как тебе не стыдно держать голубя вот так вот? Голубь, ты свободен. Так, мы заранее тебе заправим вспышку, чтобы ты ее потом еще заправил и была вообще жопа.
Чё, нету больше произведений искусства, да? Что-то ты ее слишком сильно заправил. Хорошенько ослепила. Чё мотор-то такой слабый? Давай его сильнее сделаем. Еще вдобавок скрепок сюда поставим. Вот таких. Канцелярских кнопок, точнее. Так, здесь поскользнуться, наверное, легко. Можно с шариком сюда насыпать, и будет вообще круто. Завис, ты давай быстрее. Так, лосьон для бритья можно клея добавить, и вообще будет хороший лосьон. О, вот это моя любимая пакость. Блин, ответ. Хорошенько прям по роже его, блин. Можно было шарики там не увидеть. Ты за закрытыми глазами ходишь, что ли? Давай, хорошенько побрейся. Появилась дверь на третий этаж, кстати. В первой серии прохождения этой двери не было вообще. Пока версия хоть было понятно, она была заперта на замок, а и там ее вообще не было. Заштукатуренная, что ли, была. Ну и последняя пакость со статуей. На колесиках покататься можно. $69,000. Ох, обалдеть. Ничего не лагает, это вообще классно. Сохраняем, конечно. Открыт второй бонусный уровень. Давайте, кстати, приступим к бонусному уровню. Барбекю. Барбекю. Сосед, короче, жарит барбекю на балконе. И надо бы нам его тоже как-нибудь испортить. Спрашивали, как открывать бонусные уровни. Просто проходите игру, и у вас и желательно на Perfect, и они сами будут у вас открываться. Ух, ё-моё, тут собака. О, портрет, которого все долго ждали. Так, там что-то есть? Да, есть. Надо заглянуть в аптечку. Господи. Оу, yes. Да, съедает шашлык, а потом готовит новый все время. И
как у нее только мяса хватает. Блин, я забыл, что он сюда идет. А, он свинюшку убил эту, да? Гата. А, все, он идет туда. Теперь можно на кухню пробраться. А, нечем рисовать портфель пока. Здесь вот тапок свой старый можно... запихать, может он его возьмет. Вот только, правда, неизвестно, каков шанс, что он возьмет именно тапок. Если учитывать, что он слеповат, то может быть и возьмет. Так, он идет смотреть на портрет. Так, вот это добавляем сюда. Бензин. Пиво. Вкусное будет пиво. А сюда зажимку вставляем. Огнетушитель. Так, все, бежим отсюда. У нас еще пакости есть. Он тапок взял. Ты иди ты. О-хо-хо-хо, блин. А, он огнетушитель ставить ходил. Ух, ё-моё. О, да. А эту пакость гораздо сложнее сделать. Предмет тоненький, и его держать труднее. Ну ё-моё! Еще б собаку бы разбудил. Ого, вот это рожа, блин. Да, тапок свой съешь. Ну да, давай еще допей вкусненького уксуса. Ну и последняя пакость, это немного доработанный портрет мамаши.
43 тысячи очков. Отлично, отлично, отлично. Сохраняемся, конечно же. Do it yourself. Ротвейлер у нас мастер на все руки, и он решил все починить в доме. Это... Да. Do it yourself. Массажное кресло. Блин, нечем крутить моторчики. А, вот, чем можно крутить моторчики. Ключ этот идеально подходит, чтобы разобрать газонокосилку. В ней очень классный двигатель. О, скрепочки. Скрепки тоже пригодиться могут. Так, этой машинкой позже займемся. Так, спустимся вниз, залезем в шкаф. Давай быстрее иди, а то у меня не так много времени на все. Все, давай иди быстрее. Так, значит, что, вырубай свет. О, из газонокосилки отличный двигатель получится. Так. Проводок оголенный может воткнуть. Еще и лужик прямо в тему здесь будет. Ай, блин. Супер-пупер мощный мотор. Можно вставить в массажное кресло и будет вообще круто. А, нет. Пока не... рано еще. Давай, иди, ремонтируй супер-пупер кресло. Mm-hmm.
Офигеть. Ничего себе. Кресло. А чё, сосед разве не видел, что этот двигатель выступает из кресла? Так, давай, врубай краны. Я их обратно потом врублю. Давай быстрее. А, да, тебя еще тряхануло током, сынок. Давай быстрее. Так, у нас есть немного времени, чтобы вырубить все краны. Он сначала, он еще в окно сначала будет смотреть. Поэтому у нас полно времени, чтобы крутить краны. Ох, горячо как. Горячо. Так, шлифовальная машинка здесь есть. Надо бы диск подкрутить немного. Точнее, наоборот сделать. Блин, я еще кое-что сделать забыл. Я лестницу подкрутить забыл. Ну ладно, у нас еще есть время сделать это. У нас еще полно времени. Так, и сейчас попробуем ставить скрепочку вместо пробочки, чтобы восстановить электричество. Давай быстрее, сосед, у меня очень мало времени. О, отлично. Остается только смотреть. Ух, нифига себе. Диск раскаленный еще. В кого он улетел там, интересно? Давай, давай. Ох, блин, шуруповерт там по голове, это. Это больно. Давай, еще один сюрприз тут есть. Блин, как грамотно сделали, а?
Ты же в комнате свет моргает. Оригинале такого не было. Ладненько, следующий уровень. Какой у нас там следующий уровень? Сохраняемся, блин. Фитнес. Сосед решил заняться йогой и другим спортом, и, короче, все понятно. Собака представляет, соседи из зада и фитнес. Сразу же смотрим сумочку, сразу же смотрим подвал. Сразу же ищем верстак. Давай быстрее, блин. Ого, тут 4. Ё-моё. 4 это много. Бармен? Вуди? Ну понятно, что не Вуди, нет, не бармен. Монстр? Нет, не монстр. Попугай? Ольга? Ольга! Отлично. Блин, у меня уже руки устали так. Да, и второе окно в гостиной. То исчезает, то появляется. Странно как-то немного. Господи, как я забыл, что сюда идет. Книга по вязанию узлов вместо йоги подойдет идеально, наверное. Это у нас что, стероиды? Рыбка вообще классная будет. Ну и пружинку поставим. Ну а здесь подремонтируем чуть-чуть. Точнее, сделаем наоборот. Ну и ролик поставить можно сюда. Да, вот здесь глюки небольшие с графикой. С текстурами. Блин, ненавижу эту мини-игру. Вообще никакую мини-игру ненавижу. Интересно, как это ты собирался сейчас сделать? Ой-ой-ой-ой-ой, держи. Ну и все сделали вроде бы. А он обратно книгу в ящик положил. О, кирпич аж в пол, блин.
Нифига себе, кирпич упал. 40 минут, блин, прошло уже. Давай на кухню сходи. Там тебя суперский сюрприз ждет. Супер-пупер мега сюрприз. Давай, давай, иди быстрее. Времени не очень много. Штанга не выдержала вообще. Ну и последний уровень на сегодня — Лондры. Сосед снова собирается поехать в круиз и стирает все свои вещи и собирается, короче. Собака прям здесь. Так, куда он пойдет? А, стирать пойдет. Здесь что-то есть? Нет. Иди сюда. Фух, я играть задолбался уже, честно. Ладно, что у нас тут на столе? О, блин, опять это мини-игра. Только не мини-игра. Бык? Нет, не бык. Вуди? Нет, не Вуди. Попугай? Попугай. Отлично. Ой, блин. Зачем я пошел сюда? Или он сначала туда пойдет? Че? Я не могу сейчас. Потому что... А, я уж думал, он собирается... я говорю, возьми. Так, все вещи вроде взяли.
Да не сюда же. Сюда. Блин, опять это мини-игра. Нет, только не мини-игра. Собак? Нет, не собака. Сосед? И не сосед. Уди? Да. Да. О, нет. Я слишком долго в эту мини-игру играл. Ну блин, ну на перфект уже не пройдет, да. Теперь на перфект пройти уже невозможно. Блин. Че, он так быстро что ли постирал все? Да, я сегодня целую кучу времени потрачу, блин, на эту дуру. Давай быстрее. Что? Я забыл про собаку. Бутылка красная. Пока версии зеленая бутылка была-то. А, он чистить будет сначала. Так, вот это говно в корм для рыб. Ха-ха-ха, какая красивая у тебя одежда получилась. Блин, очень долгое прохождение сегодня у нас. Фух, давай быстрее уже, сосед. Давай, давай, иди.
Что, сдохли рыбы все, да? Да, очень красивое белье стало. Только что постиранное, красное, точнее. Теперь еще и трусы испортились. Ух, на этом точно все. 50 минут уже записываем. Ладно. Короче, на этом все. С этой серии. С вас Лайкос, подписывайся с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.